И снова привет, друзья, на нашем прекрасном канале Криворучки ТВ. В этом обзоре мы рассмотрим с вами данный наборчик. Наборчик посвящен немецким танкистам, в частности, это 10-й танковой дивизии на 41-й год, Смоленск, компания Dragon. В наборе представлены 4 миниатюры, командир и остальной экипаж танка. Бонусом здесь вот написано идет генерал-оберст Гудериан. Так, набор за номером 6655 из серии фигуры 1 к 35 с 39 по 45 год. Посмотрим обратную сторону. На обратной стороне, как всегда, у Дрэгона представлена инструкция, грубо говоря, по сборке. Здесь уже подсобранные фигуры нарисованы и отмечены цифрами, какие детали куда приклеиваются. И ниже, какими красками лучше окрашивать данные миниатюры. В комплекте дополнительно идет одна канистра. Так, ну и перейдем непосредственно к рассмотрению пластика. Итак, в коробке у нас представлено два вот таких пакета. Один пакет с Гудерианом и во втором пакете сам танковый экипаж. Также в наборе присутствуют фототравленные детали для канистр. Ну, здесь вот на инструкции можно обратить внимание, что написано умножено на 2, значит, 2 комплекта деталей для сборки канистр. Теперь рассмотрим рамку под обозначением А. На этой рамке представлены детали для сборки Гудериана. Очень хорошее качественное литье. Нету ни облоя, ни каких-то сдвигов. Есть небольшие швы. Но это как бы стандартное дело для пластиковых фигурок. Качество отличное. Просто ну, пластик хороший. Посмотрим, где у нас лицо этой фигуры. Лицо тоже довольно-таки качественно сделано. И переходим непосредственно к леднику с танкистами. Ну, вот как мы уже заметили ранее, в наборе присутствует комплект деталей для сборки канистр и сами танкисты. Ну, здесь можно увидеть пилотки, головы, половинки торса, да, ноги. В комплекте не так много фигурок. И на рамке также написано название набора, что это 7-й танковый полк, 10-я танковая дивизия на Смоленск 41-й год. Детализация у фигурок хорошая, пальчики видны, все отлично, швы на одежде сделаны, детализация вот здесь вот у командира провода идут от наушников, все это присутствует, набор отличный, я бы поставил ему оценку, наверное, по 5-бальной шкале 4. Вот. Конечно, со смолой фигуры сравниться не могут, так как изготовление в пластике не позволяет сделать детализацию максимальной. Фотографии данных миниатюр приложим в конце видео. А на этом у нас сегодня все, друзья. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки, заходите в группу ВКонтакте. Заходите в Инстаграм, добавляйтесь в группу в Телеграме. Всем спасибо и до новых встреч!